Всем привет, Кус, здорово! А перед началом видео не забудь поставить лайк и подписаться. Это очень сильно поможет в развитии моего канала. Также не забывай приходить на стримы, которые проходят практически каждый день. Буду тебя ждать. Так, ладно, дайте сосредоточиться на игре, я не понимаю, что вы пишете. Река Елисей, что это значит? Река Елисей, батя семьи, что? А, батя семьи, ты имеешь в виду в резне бензопилой? Да, 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 это батя семьи. Ну, в сериале он такой был, типа. Который, помните, которого они просто кормили в старых фильмах? Он сидел, они его кормили. Стример по ДВД, я тебе... А, нет, не смотрел, не смотрел. Я смотрю то, что мне попадается, короче, понял? Что попадается, то и смотрю. Ну, основном падла смотрю, мне нравится, как он играет. Давай сюда. Заберем кэмп. Вообще я бы ганнул, кстати. Там вроде как этот. Ой, хорошо. Ну, только ты его сейчас забайтишь, он отойдет. Чел. Не хватит, да? Ладно, нормально, нормально. Первый же ганг, первый же килл. Отлично. Жаль, ПВЕ в смайте убрали. Да, это точно. Это точно. Все рассчитывали на то, что они будут дальше развивать эту тему с ПВЕ, но... Извиняюсь, чат. Но все равно ничего не слышали. Эй! Ладно. Ладно. Закончились якутцы с готовым переводом, теперь хз, сколько ждать. Как правильно играть за джанглеров? Ну блин, такой, как сказать, вопрос в воздух. Так вот, как можно ответить на этот вопрос? Как правильно играть за джанглеров? Фармить, получать опыт и как бы этот, гангать. Ну и да, желательно аккуратно играть, то есть не фидить. Я его не убью. Урона не хватит. Надо, чтобы он забайтился, чтобы время было. Я еще и кошкой промазал. Это просто жесть. Ладно, даже писать не буду. Спасибо большое, Зеркер. Просто так 100 рублей, без комментариев, без трека. Пич, спасибо, мужик. Что урона нет вообще. Да, согласен. Я тоже удивился. Я очень рассчитывал на то, что я его прям бахну. Я думал, то, что мне урона хватит хотя бы его надамажить. А он особо долго и не думал, развернулся и меня убил. Но разница в 2 левела была, возможно, в этом проблема. За типа. Мне больше интересно, как вам она так... Ну ладно, ладно, ладно. Надо за собой следить, чат. Мой косяк был. Объективно мой косяк. Дочь, хорошо. Спасибо большое. Спасибо за соточку. Есть возможность Атласа убить. Ой, и Хатимана есть возможность убить. Изи. Изи дабл килл. Загрузочная рамка из БП балдежная. Ну, я что-то особо... Их столько много, я даже внимания на них перестал обращать. А вот скинчик на Артура... Эй, мое почтение. Такой он крутой все-таки. Я
Капец, я как вовремя получил ульт. Видел меня? Просто жесть, не хватило полрубчика. Видели? Дэм. Странно, как будто не проходит урон по нему. Нормальный, почему? Ракросова ганг заруинил. Но он спалился, типа. Хотя, с другой стороны, если бы как бы нанес урон, то было бы хорошо. Нормально, сейчас ульт откатится, пока добегу. Бицы. Там бицы. Ой, хорош Химдалич, я прям видел. Егор опять убил этого, ну что такое? Можно не умирать. Миненцев нету. Спасибо, Тинч. Спасибо, Син. Вискас бастет, окей, окей. Спасибо. А, ты еще и этот уравнял сумму доната. Спасибо, мужик, большое. Нормально. 35% ровно. Спасибо, мужики, огромное. Это большие суммы, я без рофла говорю. Будь то 10 тысяч доната, будь то 700 рублей доната. Это большие суммы. Спасибо. Если мидер уходит на ганг, то лесник, скорее всего, тоже. Если мидер, который кидается... Ну, блин, так получилось, то, что он в пустоту кинул. От этого никто не застрахован, Миш. Просто видишь, если бы он попал ультой, то мы бы убили, и получается, он был бы молодцом. А, ему нужен контроль. Слушай, ну, они в этом и выделяются, типа, те ра, которые умеют без контроля попадать. Это как Сильванус. Что проще всего сделать Сильванусом? Ну, как хукнуть проще всего? Дать единичку, а потом хук, правильно? Так делают все. Но я видел Сильванусов, которые капец как играют, и которых, ну, прям очень сложно против них играть. Это чуваки, которые умеют хукнуть заранее, а потом тебя еще и рутают единичкой. Вот это имба. Вот так должен Сильванус играться. И тут так же. Понятное дело, что Ра должен, ну, нужен контроль, чтобы дать ульт. Так проще. Но если Ра попадает и так ультом без контроля, это ж прям хорошо. Ой. Заигрался с ним. Потащить его сюда. О, что? Просто под таверку зашли? Ладно. Ульт, хук и единичку? Нет, я не говорю тебе про... Ульт впритык, считай, нужно давать. Зачем хукать, когда даешь ульт впритык? Я имел в виду, когда я вот играл против Сильвануса. Чат, может быть, кто-то помнит эту катку. Там тип пипец как играл Сильван. А, трофишь, ладно. А то я думал, я охренел, я думал, ты че? Не, я играл против Сильвануса, который охренеть как ульт давал. Ой, ульт, сука, блин, видишь, как ты все испортил. Который хук давал. Просто тополиный пух прилетел. Который нереально хуковал просто. Жесть, он вообще не миссал. Здорово, здорово. Только начал играть, посоветуешь персов? Да, Кукулькан. Советую Кукулькана. Самые крутые Сильвануса кидают хук в стену и умудряют цепануть, зарутать, ультануть, а потом еще раз хукнуть. Ну, типа того, да. Ну вот я был, я говорю, я играл против Сильвануса, который очень сильно играл. Он меня так впечатлил, я помню. Чел не миссал хуками вообще. И при этом он сначала хукал, и только потом рутал. Жаль, Рахну поменяли, у нее хороший хук был. Ну, у нее был ульт хук, по-моему.
выхилил чувака. Хороший раб. Очень нужный килл для нас. Капец, у него реакция, конечно, кошки. Продлевает контроль, это понятно. Ну, блин, я даже не знаю, в каких... Не, ну я тоже так делаю, конечно, в ульте хукаю. Просто лучше хук немножко по другому назначению использовать, как по мне. Ну, это как по мне. А я не претендую на истину, ты же понимаешь. Играю в свое удовольствие. Господи, это твой спак на нем. Он такой крутой. Мне вот что-то не нравится ульт Бастет. Раньше, когда три кошки было, она просто лучше была мне. Ну, раньше она игралась по-другому. Три кошки, это она усиливала свои способности и чуть ли там не с руки дралась. Сейчас совсем по-другому. Что происходит? Они думали, что я отпрыгну обратно. Забайтил, получается. А, когда она их выпускала, я понял, все. А я думал, когда усиливала способности. Случайно нажал, кстати, двойку и не отменил. Происходит. Ну что, мне и урона не хватает на него или что? Нормально. Ага, да, маяк ты не хочешь захватить? Все. Ульт у нее забрал. Мое. Мое. Все нормально. И маяк забрали, и Немезиду забрали. И если сейчас Гол Фьюри заберем, вообще имба. Мне присос характер нравится. Но выглядела она очень круто, когда она на спине сидела. Это было круто. Надеюсь, эту механику кому-нибудь потом добавят. Добавят какого-нибудь демона и дадут ему такой ульт или способность. Типа сидеть на спине и кромсать. Это ж круто было, блин. Ну сейчас типа есть Серкет, но это немножко другое. Серкет один раз колет и отлетает. А Арахна прям цеплялась и дамажила. Круто, блин. Давай, давай попробуем. Почему бы и нет? Дракулу бы добавили. Блин, я очень хочу, чтобы добавили вампира. Не камазотца, а именно вампира, прям вампира. Не бога там, не это, а вот как существо там мифическое. Они же любят в последнее время такие штуки делать. Так. Арш. Арш. Давай. Давай с руки подеремся, мужик.
Давай. Хорош. Хорош. Ну, он бы, скорее всего, умер, правда, от меня, но ладно. Оп, хорош. Изи. Поймал и чпекнул, как говорится. Будду бы добавили, Будду нельзя. Странно, что Кали добавили. И оборотня, да блин, и оборотня был, я бы очень рад был бы. Я хочу, чтобы мифических существ добавили, которые не особо вот привязаны ко всяким там египетским бантон, еще вот что-то. Почему Будду нельзя? Ну, он типа действующий, тот, кому поклоняются, и ну, большое влияние типа имеет на вот это все. Я же говорю, странно, что Кали добавили. По идее, нельзя тоже. Нельзя, никто не разрешит. Кикимору хочу. Ну, можно было бы тоже, почему нет, забавно. Ага, Иисуса, нельзя, нельзя. У нас очень хороший перефарм сейчас. Это очень хорошо. Проблема только на соло, по сути. Проблема только на соло. Но я и не могу туда гангнуть из-за гора. Я почему-то его просто не пробиваю. Водяной. Но я хотел бы, да, чтобы добавили. Я же говорю, я хотел бы какого-нибудь обычного скелета, я не знаю. Найдите скелета, который... Ну вот, видите, они сразу обратили на это внимание. Ну не на меня вообще. И добавили Харона как скелета. Это круто, я очень хотел. Давай, 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 да, мы должны его убить. Ах ты ж, Люка. Арш. Арш. Блин, они дальше дерутся. Ты куда? Нормально, нормально, нормально. Ой, хорошо. Умница. Надо гол пьюри. А гол пьюри, срочно. Бомбы для любого объекта. Можно хоть в Титана, хоть в Феникса, хоть в Башню. Уже мобы по какому-то темному миру получается. Ну слушай, здесь много не богов, просто об этом никто не задумывается. Ну и плюс игра почему-то до сих пор называется Battleground of the Gods, типа битва богов, да, хотя по сути здесь очень много существ, демонов, полубогов. Ну поэтому да, и Кощея, я бы не отказался от Кощея. Я хочу очень интересную механику. Прикиньте, как было бы круто, если бы они добавили, допустим, Кощея, которого, допустим, нельзя было бы убить или воскрешался бы сам, имея пассивное яйцо, да, в котором игла, типа. Вот, которое, ну, можно было бы где-то перемещать по карте или еще. Ну, короче, подумать как-то и придумать что-то особенное можно. Но прикиньте, как это круто было бы. Вот именно какую-то механику, чтобы он был как, не знаю, как в Котсе этот лягушонок. Типа, чтобы его убивали и за него меньше давали опыта и денег. Но его убивали бы там с пару ударов всего из-за яйца там, если яйца нет. Ну что это, короче, такое? Придумать можно с балансом. Да, да, не, я понимаю, я понимаю. Я не просто говорю, типа, о, а чё вы? Изи придумать. Не, конечно, самое сложное — это сбалансировать придуманное. Но очень не хватает, смайте мне, вот каких-то необычных механик.
О, что это было? Я даже ультанул. Просто так получается. Господи, они всех состилили. Я все станчил, мужики. Да-да-да, они же мертвые. Жесть. Мы могли мид сломать, нет? Ну ладно. Ну типа да, типа того, Макс. Необычное не значит практичное. А я не говорил про практичное. Я говорил про что-то именно отличающееся от обычных механик. Козлютый дамаг по Фениксу. Ну вот так вот. У нас два маяка из двух. Из трех. Видишь вот этот баф? Новый. Вот. 5% урона по постройкам у нас, понимаешь? Адама вот Адама, почему не добавить, да? Адама. Почему Адама не добавить в игру? Почему? И сделать ему механику с яблоком. Не так, как у Дискордии, да, который кидает яблоко, а что-то необычное. Ну вот, блин. Хочется, чтобы что-то было прикольное. Я поэтому хочу в Стиме купить эту, если честно, эту техасскую резину бензопилой, потому что, в отличие от ДБД, где механика починки, она уже приевшаяся, а там вроде как новые механики, забавные. Я обожаю игры, god damn. Хочется все время что-то новое. Ультовать ребром своим будет, ну, типа того. Короче, на самом деле, если так подумать, то смайт — это до сих пор не паханое поле. Можно придумать все, что угодно. Можно добавить миллион всего. Миллион вариаций существ, богов, мифических каких-то созданий мифологических. Не знаю, еще очень много всего. А скинов, сколько и косметики можно наделать, это вообще не счесть, наверное. Это просто не паханое поле. Как же я законтрил танка. Все влил в танка. Загрыз. Кошка загрызла. Лол. Понял. Не хватает демонов. Да, да, было бы круто. Это может звучить смешно, а было бы круто. Блин, хорошая катка на бастет. Хорошие разговоры на бастет. Неужто на YouTube отправятся сейчас? Это быстрее зафоловьтесь кто-нибудь, чтобы в ролик попасть. Алло. Все, поздно, чат. Вы слишком долго. Адам есть, типа Хель. Адам и Ева. Адам дамажит, Ева хилит. Это альтернатива просто. Ну, хотелось бы что-то более конкретное. Не хочется альтернативу, хочется что-то конкретное. 15 тысяч, 16 тысяч урона всего, так мало. Ну, хотя у нас мидер 17 надамажил, а я 16. А соло 11 лил. Ну, хорошо, АДК сыграл. А, так я у них всех передамажил, лол. Всю команду. Неплохо, неплохо. Но билд непонятный, непонятно. Не знаю, что, капал бы глаз дальше или нет.